в этом видео показываю вам, как же выглядит этот знаменитый аквапарк в Шарм-эль-Шейхе у отеля Rixos Premium Seagate. Погнали! Итак, пока мы идем на территорию аквапарка, давайте я вам расскажу условия посещения этого комплекса. Значит, туристы, которые отдыхают в отелях Rixos, то есть Rixos Premium Seagate и Rixos Шарм-эль-Шейх, могут посещать этот аквапарк абсолютно бесплатно, ну и естественно пользоваться всей инфраструктурой в этом аквапарке. Плюс у этих туристов есть клаб-кары, которые привезут их в этот аквапарк. Но также этот аквапарк могут посещать и другие туристы, которые не отдыхают в отелях Rixos. Для них это будет платно. По-моему, $60 взрослые, $30 взрослые дети и дети до 6 лет бесплатно. Так, ребят, слева у нас получается аквапарк для деток. А вот дальше у нас пошли горки уже для взрослых. Ребят, их здесь нереальное много. Здесь будет весело всем. Смотрите, горка похожая на капсулу. Наверное, это и есть капсула. Подниматься я не буду. Да, это капсула, ребят. Потом вот у нас раз, два, три. Три огроменных горки там. Я на таких катался, правда, в Турции. Land of Legends. Ну, достаточно прикольно. Здесь с правой стороны у нас еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 горок. И за этими, которые слева, у нас есть еще несколько таких вот достаточно больших, ну, длинных горок, я бы так сказал. Они не высокие, но длинные. Здесь у нас три. И вон у нас еще раз, два, три. Еще три спуска есть. Ну, естественно, здесь все, ребят, новое. Все в отличном, красивейшем состоянии. Хороший, ребят, аквапарк. Реально Rixos сделали для своих гостей. Просто потрясающее место для отдыха. Тут у нас также имеются некоторые номера. Они, кстати, по-моему, идут немножко пониже в стоимости, чем номера, которые находятся на первой линии. Но для этого как бы... Но тут не стоит об этом переживать, потому что на первую линию вы спокойно сможете поехать на шаттле, которые ходят здесь между отелями. И вот еще одна горка. Я забыл вам ее показать. Смотрите, как она выглядит. Ну и что могу сказать, ребят. Сейчас октябрь месяц. В принципе, людей здесь немного. Это очень хорошо, поэтому очередей нету. Катаюсь не хочу. Вашим деткам, я думаю, понравится вот именно детский аквапарк, потому что он не сильно большой, тут не очень страшно, потому что некоторые детки боятся, а здесь найдется, в принципе, место, где ваш ребенок с удовольствием покатается с этой горки. Ну а если вы проголодались, то на территории этого развлекательного парка есть фудкорт. Тут вы можете перекусить, ребят. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, тут у нас пицца, сосиски, сэндвичи какие-то, там он еще какая-то еда. Тут у нас салаты, тут у нас фрукты нарезанные, сладости, водичка, спасибо. Пока-пока, бар. И холодненький каркаде. Друзья, просто отличный новый парк развлечений для туристов, которые приехали в Шарм-эль-Шейх на отдых в самом
изысканном отеле Шарм-эль-Шейха Риксос. Обязательно, ребят, его нужно посмотреть, его нужно испытать, на нем нужно покататься и получить все, что вам предлагает концепция Риксос. Не только на территории Шарм-эль-Шейха, Риксос он и в Турции, и в Объединенных Арабских Эмиратах представлен, и теперь он в полноценном виде представлен и в Египте, в Шарм-эль-Шейхе. Пишите в комментариях ваше мнение, ваши отзывы по этому аквапарку, когда вы отдыхали, что понравилось, что не понравилось. Ну и подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Так, ребят, едем из территории аквапарка на первую линию. Показываю вам дорогу. Друзья, вот мы и приехали на территорию первой линии. Буквально минутка, и вы уже на территории отеля первой линии.